Всем привет! Продолжаем путешествовать, узнавать что-то новое. Сегодня я вам немножко расскажу о Аргусе, персонаже древнегреческой мифологии. Многоглазый великан, с чем получил эпитеты всевидящего, многоглазого или пановта. Множество глаз, из которых одна часть спала, а другая бодрствовала. Конечно, делало его идеальным стражем. Именно ему Гера дала задание охранять превращенную в корову возлюбленную Зевса Ио. Зевс поручил своему сыну Гермесу освободить свою любовницу. Гермесу с большим трудом удалось усыпить Аргуса, после чего он убил многоокого великана. После смерти Гера либо превратила Аргуса в павлина, либо поместила его глаза на павлиний хвост. В античности Аргуса воспринимали как персонификацию звездного неба. В новое время сюжет мифа нашел отображение на картинах многих художников, ну, к примеру, Рубенса, Лорена. Ну вот примерно все вкратце о Аргусе, персонаже древнегреческой мифологии. Пока-пока, до свидания.